Стихийное бедствие в Северной Осетии. Этой ночью с горной вершины у поселка Кармадон сошел гигантский ледник. Найдены тела 4 погибших, остальные числятся пропавшими без вести. Нельзя бояться всего, нельзя бояться того, что что-то ты нарушишь. Вот он действительно страшная звезда. Он общий центр, именно его личность. Парни хотели иметь такого товарища, а девушки хотели встретить судьбу в виде Сережи. Притягивал к себе. Данил Багров для меня практически реально существующий человек. Готовились к съемкам фильма «Брат», был сценарий, главного героя не было. Ну, складывай вместе, сделаем кино. Его заслуга в том, что он не актер. У него была одна способность – быть естественным. Парень искусствовед. Как мог интеллигентный мальчик сыграть убийцу? Если бы на его месте был какой-нибудь другой человек, я бы не написал даже такой сценарий. Готовы? Если я всю жизнь буду только актером, ну, это значит, я просто... Что-то у меня не получилось. Сережа Бодров был режиссером. Далеко не все, кто снимает кино в качестве режиссера, достойны этого названия – режиссер. Он снял одно кино и будет дальше всю жизнь снимать. Хочется как бы изменить... Ну, если не содержание жизни, то какую-то его внешнюю линию. Он светлый человек. В нем вот эта сила есть, которая из него исходит. Он действительно с нами. Он существует и существует. Ну, это же, в конце концов, в общем, просто кино. Хотя там для меня уже это не просто кино. Где твои крылья, которые нравились мне? Вот скажи мне, американец, в чем сила?